Они идут по жизни шутя. 8 ноября в нашей стране традиционно отмечают день рождения КВН. Впервые его отпраздновали в 2001 году. Этот праздник уже давно пересек границы России, став международным. КВН проводится в Австралии, Америке, странах Европы. Праздник еще остается неофициальным, но его популярность делает этот статус весьма незначительной деталью. Отмечают ли день рождения КВН в Чувашии, смотрите далее в сюжете. Более 10 тысяч веселых и находчивых сегодня по всей республике отмечают праздник КВН. Это движение объединяет не только школьников и студентов, но и тех, кто давно покинул стены вузов и СУЗов. Свои КВНовские команды имеются не только во всех учебных заведениях республики, но и на некоторых предприятиях. Со сцены шутят и медики, и полицейские. К слову, сборная МВД уже несколько лет подряд веселит чувашских зрителей. Все артисты этой команды – реальные сотрудники полиции. Учитывая разброс наш по лигам, у нас принимают участие и ребята, которым мы по 10 и по 11 лет. Очень часто ребята из высших учебных заведений выводят на сцену ребят маленьких, потому что это работают. Там и 6, и 7 лет бывает. Вот. А так, я вам скажу, очень большой разброс. Бывают и выходят в роли каких-то преподавателей из 40-летней, 50-летней, то есть и сами преподаватели, и проректора. Сейчас команды возродились в кооперативном институте, очень сильная команда. В МГО очень сильная команда. Чифран Хикс. То есть вот команды, которые принимают участие в финале. То есть команда, на которой охотно ходят, скажем так, на которых уже билетов не остается. В Чувашии существует 5 лиг. Столица, высшая, первая, школьная, лига старт. В каждой шутят по-своему. И у каждой лиги свой зритель. Но самое сложное считается открытая межрегиональная лига столица, когда на одной сцене встречаются команды со всего Поволжья. Привет, красавчик. Меня зовут Эли из Канзаса. Наши КВНщики успели засветиться и на Первом канале. Весь прошлый и этот год команда «Общага» удачно выступала в премьер-лиге. Молодой человек, а угостите девушку чем-нибудь? А чё я? Ну, я вам нравлюсь? Ну, нормально, да? Ну, угостите. А поверни спиной. Что, хотите посмотреть на меня с другой стороны? Не, хочу посчитать деньги, чтобы ты не видела. Ну что, хватает на коктейль? Мне хватает. Вот и сиди тут один жлоб. А я и сидел. Чего подошла, непонятно. Для КВНщиков эта игра уже стала, пожалуй, второй работой и даже судьбой. А для зрителей КВН – яркое и веселое шоу. Его фанаты каждый раз с замиранием сердца слышат привычное. Мы начинаем КВН. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.